Более 20 лет просидел дома. Общество слепых никуда не отправлял, никуда не приглашал. Нас не обучали, не брали, и тросточки вот ничего вот не давали. Вот в 2016 году вот приглашение получил от Масита Ярдам. Вот в прошлом году, вот в апреле месяце, первый раз приезжал, встретил вот женщину одинокую, тоже инвалидку по зрению первой группой. 8 апреля уже вот никак читали. Вот как бы Масит Ярдам нам дорогу открыл. И как будто вот второе дыхание вот открылось у меня вот после, ну, да, после прошлогодней заезда. Я вот всем вот благодарен.